дрессированные поросята, смотрите. Вообще кормушка мамина. Пока мамы нет, мы ее сейчас быстро распотрошим еду. О, кабан пришел. А тот снизу там. Что ты там снизу делаешь? Видите, какая дрессура. Вот, молодцы. Этому месту не осталось. А. Лопоухому. Смотри, смотри, смотри. Что такое? Снизу. Опа! Молодец. А вы говорите, высоко не достанут. Достанут как надо. Ну, на того. Сейчас. Складочками, как шкура. И у этих складочки. Вот сыпы-тренчики, видите, вот у них жира вообще нет, ну сала, как бы сального слоя. И шкура прям по мясу идет, натянута. И они вот такие вот, ну, вот такие дурные, дерутся между собой. И их, кстати, и кормить сложнее. Опа, это вообще с прыжка. Только что разогнался, запрыгнул, самый большой. Не, ну для них, если он отдельно стоит, кормушка, я специально хотел, чтобы они залезли, показали, как надо... Как они умеют. Смотри, смотри, смотри. Крысёныш. Оп, молодец. Все, сейчас мы их пойдем колоть. Чтобы у них лучше усваивалась еда. И они росли быстрее, и чувствовали себя лучше. По два кубика сейчас вколем их витаминов. Все будет классно. Значит, колоть будем сейчас, как я уже говорил. Лови, лови. За задние лапы интровитом по два куба. Да, как ловец, ты не фонтан. О, давай сюда тащи его. Да-да, уже взрослые пацанчики. Ну, как видите, операция несложная. Интуитивно понятная. Вваливаем на всю длину шприца. Давай, маркируй его. А все, я маркирую. На спине все видно. Туда. Давайте вот сюда встанем, короче, Танечка, сюда встанем. Да, хорошо. Заходи, дружбан. Все. Что там? Выключу. А, ну да, до мельницы выключаю уже на малого много. Зацепи, Илюха, зацепи мыску одну, засыпать малым. Мыску синюю малым засыпать. Там батарейка сдохнет скоро. Вот сейчас последнего уколем. Лови, Андрей. Ух ты, поймал, а чуть шею ему не свернул. Не, поставь передними ногами, придержи просто, да. Собежал. Да подожди. Давай, давай, давай. Все, сейчас. Так, маркер. Подожди, я его колю потом маркером. Спину покажу. Ну, здоровый уже, поэтому колоть легко. Знаете, в чем секрет? Давай. Понятно. В чем секрет? Когда колите, не давайте ему упираться ни во что. Ну, то есть, ни передние лапы, ни спина не должны какого опоры иметь. За одну лапку держите, тогда самый... Он не может, короче, бежать, и все очень удобно становится. Давайте опять туда перейдем, чтобы они на свет шли. Чтобы лучше освещение было, лучше будет, кажется. Смотри, поснимай, как он хавает, пьет. Поросятки полностью приучены к сухому корму, к поилкам. В начальной стадии, вот пока они растут до, ну, до месяца, пока не переходят на свой корм, некоторые трошки отстают, но это, давай, лови, это все меняется после того, как они уже переходят на свой корм, так сказать. Потому что, ну, в любом случае, конечно, тяжелый, в любом случае, как бы там ни было, у кого-то сиська лучше, у кого-то сиська хуже. А после того, как они уже начинают сами кушать, у них уже, ну, выравнивание происходит достаточно быстро. Ну, плюс мы им помогаем витамины. Даже если честно, в последнее время не берем БМВД, не это самое, не вводим, им продаем. Просто с дырки, ну, с комбикорма они сразу уходят у нас на продажу. В принципе, смотрите, все, что я хотел показать. Видели вы, как поросятки кушают уже, как бегают.
Есть чуть поменьше, есть вообще крупный, вот тут кабан здоровый, что всех кусает. Ну, в принципе, они более-менее выровнялись. 9 поросяток было свиноматки, 9 это нормальное число. И ни мало, и ни много, как раз средняя, она их выкормила, сама чуть не сдохла, они высосали в ноль. Ну, а во всем остальном все по-прежнему, через неделю будем продавать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, всего доброго. Видите, как мы их кормим? Вон, бревна едят, елки-палки. Вот это дрессура. Подписывайтесь на канал, ставьте комменты, всего доброго.